Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Был в нашем клубе заводском веселый карнавал. Всю ночь боярышне одной писал, рука блистал. Захала с ней потанцевать, вели жестокий спор. Фан-фан, тюльпан, с Онегиным, с Ромео, мушкетер. Подрыв авторитета балаган устраивают, черт! И вот опять в столовую приходят слесаря, а дивной той боярышни свои.